В 1859 году перевернулась одна из кровавых страниц истории России и Кавказа. После многомесячной осады русские войска взяли аул Гунип в Дагестане и захватили в плен знаменитого вождя горцев имама Шамиля. Больше четверти века он был одним из самых упорных и неуловимых врагов Российской империи. В начале 30-х годов 19 века Шамиль создал многонациональное государство, в которое входили чеченцы, ингуши, аварцы, лезгины, а также представители ряда малых дагестанских народностей. Сам Шамиль был аварцем. Шамиль сплотил их на основе мирюдизма, воинствующего направления в исламе, главной идеей которого являлась священная война с неверными, как долг каждого мусульманина. Шамиль стал самодержавным повелителем, сосредоточившим в своих руках духовную, светскую и военную власть, имамом теократического государства. Он искусно пользовался дипломатическими методами. В первые годы правления путем переговоров ему удавалось сдерживать Российскую империю от военных действий. Когда же в 1937 году русские войска все-таки взяли Ахульгу, Шамиль согласился присягнуть на верность российскому императору. Однако полученную таким образом мирную передышку Шамиль использовал для укрепления своей власти. В 1939 году русские войска опять захватили Ахульгу, но Шамиль успел ускользнуть. Русские войска посчитали его дело проигранным и не стали его преследовать, и опять просчитались. Обосновавшись на этот раз в чеченском селении Дарго, в 1842 году Шамиль отразил наступление русских. А в 1945 году, когда под натиском императорской армии Дарго все-таки пало, наши войска при отходе попали в засаду и были уничтожены мюридами. Последующие 12 лет были пиком политического могущества Шамиля. Власть имама простиралась на весь горный Дагестан, Ингушетию, Чечню, а также некоторые северно-западные районы нынешнего Азербайджана. В своем государстве Шамиль устанавливал порядки в соответствии с шариатом, он умно укреплял собственную власть. И чтобы предотвратить сепаратизм, он разделил на местах военную и судебную власти. Шамиль обладал широким политическим кругозором. Во время Восточной войны с 1953 по 1956 годы он пытался найти союзников в лице Турции и Англии и просил у них помощь оружием и деньгами. Завязал Шамиль отношения и с борцами за независимость на Западном Кавказе черкесскими племенами. Только после окончания Восточной войны Российская империя смогла вернуться к окончательному завоеванию Кавказа. К тому времени власть имама переживала кризис. Многим горцам не нравились порядки, заводимые Шамилем. Некоторые племенные авторитеты испытывали все большее желание замириться с российской администрацией, естественно, на условиях сохранения своего традиционного положения. Шамилю становилось все труднее контролировать своих соратников. На время ему еще удалось сплотить горцев перед лицом возобновившегося наступления русской армии. Но когда весной 59 года, когда императорские войска под командованием генерала Борятинского обложили Гунип, Шамилю оставалось либо погибнуть, либо выговорить для себя почетные условия сдачи в плен. Однако Шамиль затягивал переговоры. Тогда Борятинский выдвинул свои подразделения на штурм Гуниба, и Шамиль был захвачен в плен. Российская империя милостливо относилась к своим побежденным врагам. Кроме того, пример уважительного обращения с Шамилем должен был побудить других вождей горского сопротивления прекратить борьбу. Ему были оставлены государственная казна, обращенная им в личную, и его гарем. Он также получил обещание, что в дальнейшем ему будет предоставлена возможность совершить паломничество в Мекку. Шамиля поселили в Калуге, где царское правительство взяло для него в аренду роскошный дом помещика Сухотина. Знатному пленнику была предоставлена пенсия из государственной казны 15 тысяч тогдашних рублей в год. Его принял и беседовал с ним император Александр II. Шамилю было позволено ездить по России. Он с интересом наблюдал за новшествами технического прогресса, входившими тогда в жизнь. Железные дороги, пароходы, телеграф. Он восхищался огромными каменными зданиями и храмами.
Говорят, что под конец жизни он выразил огромное сожаление, что так долго боролся с Белым Царем. В 66 году, на годовщину своего пленения, он торжественно принес присягу на верность российской короне. В 70 году Шамиль совершил паломничество в Мекку, где, как и предсказывал, скончался на следующий год. Его похоронили в Медине. Шамиль явно не прогадал, никогда воевал, никогда сдавался в плен. Он получил от жизни все – богатство, власть, почитание и священную о нем память народов. А под конец жизни, утратив только власть, получил уважение от победившего его противника –